интересно. Немножко страшновато, конечно. Немножко страшновато. Да, это год. Ух ты, блин. Вау. Лево, Кать. Что скажешь? Вау. Круто. Ты как себя чувствуешь? Нормально, справа. Смотри влево. Ооо, блин, жесть какая. Поехали еще раз влево. Что скажешь? Ооо, обалденно. Покрутила тебя маленько. Да, это была сильная перегрузка. Я даже не ожидал, что настолько сильно. Я понимаю. Я думаю, что это пилотаж заказал сейчас элемент. Я тебе сделал два. А когда он сюда позволяет, можно еще побаловаться вообще. В ушах закладывать. И вот так вот. Опа, блин. Ага. Это сейчас, да, уже? Да, скоро будет. Ага. Нет. Немножко не ярко, это будет. Угу. Если спустить, становись немножко, становишься немножко. Угу. Хорошо. Все, пока не надо. Хорошо. Не полетает. Чисто между нами, значит, ну ладно. Я считаю, что надо такие вещи. Полетели. Дыши. Спасибо, очень классно. Ребят, гудоури Грузия. Я думаю, что... Забыл, Руслан? Антон. Антона теперь будет с чем сравнить. У него третий полет сегодня. Третий по счету. Да, по счету был в Черногории, в Москве. И вот сегодня в Грузии, в Гудоури.
Отлично, очень рекомендую. Напишешь свои отзывы потом? Да, обязательно. Лучше всего вы так, чтобы чисто. Летайте с профессионалами, скатанкидер ждет вас. Пока-пока. Спасибо. Чего можно? Дай выключу сейчас. Она уже сесть должна, сейчас проверим.